красиво. Пусть делает красиво. И Елгин, нет, Елгин не на первой позиции, а на дальней. Хорошо, Алексеев ловит. Быстро, никакого давления здесь. Разящая атака веером. И выскакивает Лутков на перехват. Ну, вот это полей. Да! Как ты говоришь, Кирилл, добрый вечер или добрый что? Вечер. Магомед Саидов догонит или нет? Нет! Просчитали эту атаку, это попытка Хлубкова. Ну, беснуются трибуны. Пытался то же самое сделать Бабай в первом тайме. У него почти это получилось, а сейчас получается у Хлубкова. И это заявка на победу. Я не думаю, что Янечкин промахнется сейчас.